Приветствую вас на нашем YouTube-канале HardReset Info. Сегодня хочу вам показать, как подключиться к Wi-Fi на Google Pixel. Для этого переходим в настройки и нажимаем на сети интернет. Тут на интернет и включаем Wi-Fi. И у меня он автоматически подключился, но если вам надо будет ввести пароль, то нажимаем просто. И вводим тот пароль. И нажимаем подключить. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки.